танкисты. Кампания на глобальной карте продолжается. На очереди второй этап. Грабим караваны. В боях могут участвовать все кланы, независимо от времени создания. Используется техника до 8 уровня включительно. К началу этапа кланы сохранят завоеванные за время кампании территории. Но в первый день все провинции станут доступны для высадки. Кланы без владений смогут выбрать для атаки любую территорию. Бой будет проходить по правилам турнира на высадку. Финальная схватка с владельцем провинции. Через сутки передел мира закончится. Дальше будут действовать правила второго этапа. На глобальной карте появятся караваны. Они будут перемещаться между провинциями. Один раз в 24 хода. За владение территорией, на которой находится караван, клан получит очки победы. Кто наберет больше всех, станет победителем. Провинция, где находится караван, отмечается специальным значком. Точно таким же, но полупрозрачным, отмечается территория, куда он уйдет. Игроки продолжат зарабатывать очки славы. От их количества зависит, получит ли боец в награду танк ВК-7201. Очки славы начисляются за участие в любых боях на глобальной карте, даже проигранных. Чтобы получить больше, выполните дополнительные задачи. Погонщик. Клан, во владениях которого находится караван, должен одержать победу в любом бою. Награда, принимавшим участие в сражении, плюс 10% к заработанным очкам славы. Засада. Клан, во владениях которого нет караванов, должен сразиться с кланом, во владениях которого караван есть. За такой бой участники схватки получат на 20% очков славы больше. Неважно, победят они или нет. Комбо. Клану, во владениях которого находится несколько караванов, надо победить в любом бою. Все игроки, принимавшие участие в схватке, получат дополнительные 20% очков славы. При выполнении нескольких задач коэффициенты складываются. При выходе из клана набранные очки славы сохраняются. По итогам второго этапа кампании все игроки получат множество уникальных знаков отличия. Более подробно об условиях и наградах можно прочитать на портале. На этом все. Удачи в боях!